Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 23 июня в здании администрации. На этот день заболевших COVID-19, по данным регионального Роспотребнадзора, 4293 человека в области, а в Десногорске 136 случаев заболевания. Сохраняется высокая нагрузка на участковые службы, поскольку есть и подтвержденные формы ковида, есть и неподтвержденные формы ОРВИ, которые мы тоже расцениваем как ковидные. Несмотря на понижающуюся динамику заболеваемости по области, около 40 человек ежесуточно против 140 несколькими днями ранее, в регионе продлен особый режим. Но смягчение действующих мер началось с 19 июня. Разрешается у нас деятельность салонов красоты, торговые объекты до 400 квадратов, чтобы был отдельный вход. Но опять же все с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. С 18 июня в Десногорске заработали отмененные ранее автобусные маршруты. Глава Десногорска Андрей Шубин попросил уделить особое внимание соблюдению санитарных норм в городском транспорте. Хорошо проведем на следующей неделе выездные проверки, как это осуществляется. Напомним, прочие эпид-ограничения действуют как минимум до 6 июля включительно.